Спустя секунду после пожарной сирены, без паники и суеты, необходимо сгруппироваться и организованно покинуть помещение. От того, насколько слаженными будут действия, зависит безопасность и жизни людей. В Химках сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и инспекторы государственного пожарного надзора провели тренировочную эвакуацию. В рамках эвакуации происходит доведение информации до сотрудников и руководителей организации. Обсуждается действия при пожаре и какое-то живое общение на противопожарную тематику. Главной целью проведения таких тренировок является проверка готовности различных объектов реагировать на пожар. При хорошей натренированности и взрослых, и детей, уверены специалисты, можно защититься от последствий любой чрезвычайной ситуации. Андрей Липанов, Нина Липанова, новости Химки ТВ.